Ситуация в Лелевском районе на границе Дяна-Дер с Запорожским районом Республики Таджикистан неспокойная. Бои ведутся со стороны Таджикистана, идет агрессия. То есть как, они уже вошли в Каментерен с тяжелой орудием, подходят к Достуку. Сейчас застава Ахсарай полностью наша горит. На переговор, то, что я хотел встретиться с силовой структурой с Таджикистаном и акимом Таджикской республики Гафурского района, вроде согласились, потом уже трубку не поднимают. Я сейчас сам нахожусь вот на границе Джарадера. Есть потери среди военных, есть один труп с нашей стороны, погибший военный, и 9 то есть раненых. На данный последний момент есть среди мирных жителей тоже погибшая девушка, говорят, пока сейчас ее тоже вывозят, но со стороны Таджикистана огни не останавливаются. Непрерывно стреляют, вот, даже возле нас где-то примерно близко 200 метров сейчас. От гранатомета взорвался.